И волшебного утра, дорогие друзья! И сегодня у нас с вами будет классное занятие. Оно не менее полезное, чем все наши остальные занятия. И это смехомассаж. А для чего же он нужен? Ну, знаете, в человеке все должно быть прекрасно, да? И когда, если, допустим, человек просто смеется, но не делает физкультуру, это тоже не очень хорошо, да? А массаж – это такая часть нашего, для нашего здоровья, самая необходимая, которая разгоняет кровь, которая разгоняет лимфу, которая делает упругой нашу кожу, поднимает настроение, также помогает избавиться от лишних калорий. В общем, это классная штука, поэтому я вам всем рекомендую. Конечно, если у вас есть возможность еще ходить к массажисту, это вообще просто здорово. Друзья, позволяйте себе это, потому что, ну, на самом деле классная вещь. Я сама прошла курс массажа и прям вот очень-очень довольна. Да. Ну и, конечно, мы делаем самомассаж, потому что вот это необходимо вообще включать в нашу повседневную жизнь. Ну, хорошо, мы начинаем. И для начала давайте, как всегда, потянемся. Делаем вдох. Вдох утренней свежести, утреннего дня, с благодарностью, с радостью. Еще раз вдох, животик у нас набирается. Потянулись, потянулись. И выдох. Жизнь прекрасна. Хорошо, растираем наши ладошки. Растираем, растираем, растираем. Можно похлопать хорошо, можно даже попрыгать. Да, я не случайно, кто раньше заходит, ставлю ламбаду, ставлю какие-то такие хорошие, веселые песни, чтобы вы уже так пришли в тонус. Да, и сейчас мы так хорошо-хорошо разомнем все наши суставы, да, промассируем, чтобы вы были такие, знаете, как пластилиновые, гибкие. Хорошо, умылись, умылись этой энергией, да. Ну и пошли, начнем массаж для лица. И для этого мы щипковыми движениями прорабатываем наш овал лица, формируя его, да. Конечно, все делаем на улыбке, мы это помним, да, потому что улыбка и смех, здоровье для всех. И это успех. Да. Постучали, долой лишние подбородки. Если у кого-то есть, уходи, уходи. К кошке уходи, к собаке уходи. Да, и вот так, вот так, да. И, конечно, улыбки, смеемся, ребята, включайте камеры, на черные окошки смотреть, как-то так, знаете, тоскливо. Включайтесь, не бойтесь своего классического беспорядка, чтобы вам не было страшно, я вот тоже такая же буду, вот, вот. Мы сейчас все такие будем, поэтому, ребята, избавляйтесь от лишних комплексов, потому что если вы комплексуете, оно и в жизни вас вот так будет тоже, знаете, останавливать, тормозить во многих вещах, будет делать вас нерешительными. Поэтому набираемся чувства уверенности. И какие бы вы ни были, знайте, что вы прекрасны. Помните, я говорила, утром берем зеркало и дал же Бог уродиться такой красоте. Да, вот такими постукивающими движениями. Хорошо. Теперь вот так формируем наш овал, чтобы никаких брыликов не было. И все делаем на улыбке, потому что улыбка, она поднимает наши вот эти мышцы. Да, наверх, давайте еще поможем. И, конечно, улыбаемся обязательно, обязательно. Теперь вот здесь к носу и по верхнему веку в сторону виска. И вот так по кругу легкими движениями, такими подушечками. Улыбаемся. И наши вот эти лучики солнца, да, вот их тоже поприветствовали подушечками пальчиков, да. И вот так все из серединки к ушкам, да, в стороны. Погладили, говорим, мое личико прекрасное, мое личико нежное, да, мое личико красивое.
Я хорошею с каждой минутой, с каждой улыбкой, да. Поехали переноситься. И вот такой дождик у нас стучит по переносице. Вот так. И лобик разгладили. Мой лобик красивый, да. Вот так и в стороны. Угу. Хорошо. И вот так пальчиками теперь. Вот так переносит, особенно если кто-то часто хмурился, и у него межбровная такая образовалась ложбинка, от нее нужно избавляться. Да. И наверх, вот так. Ох, какая красавица, какая я умница, да. И запускаем энергию, да. Вот так, хорошо, хорошо. И начинаем нашу голову массировать. Можно прямо ноготочками, так вот тоже хорошо, все разминаем, чтобы кровь поступала, чтобы кислород поступал, чтобы луковицы наполнялись этим кислородом, чтобы волосы росли густые, здоровые, шелковые, да, вот так прям хорошо массируем, делаем классический беспорядок. Ух, какая красивая! Ребята, включайте камеры. Энергия идет через открытые камеры, да. Знаете, есть энергия отдавания, есть энергия получания. И во всем должна быть гармония, да. И если вы получаете, но в ответ даже не открываете камеру, ну, как бы, ну, это несправедливо. Несправедливо по отношению ко мне, по отношению к тем участникам, которые открываются, да. А если вы в это время там готовите борщ или еще что-то, то, ну, можно вообще не заходить, потому что, ну, не будет пользы с этого, да. Вот, спасибо всем, кто открывается, да. Ах, красивая! Проверили, как у нас губки расслаблены. И лошадку. Давайте вдох. На выдохе. У всех губки расслаблены, да, речевой аппарат, артикуляция, они должны быть расслаблены, и чтобы мы хорошо с вами могли работать, особенно когда мы спикеры. Хорошо, давайте змеечку открываем, черепную коробку, и сюда побольше гормонов радости, эндорфинчиков, серотонинчиков. Вот счастье, здоровье, все, сюда набираем, да, дофамины. И тоже массируем наш мозг и говорим: мой мозг позитивный, мой мозг пластичный, мой мозг какой еще? Адаптационный, да, гибкий. Мудрый мой мозг, у меня отличная память, да. Я позитивна, я оптимистична, у меня отличная, да, отличная память, да, отличное настроение. Мои мысли светлые, мои мысли чистые, мои мысли мудрые. Так, хорошо. Вот так себя разлохматили. И теперь взяли за волосы и потянули. Кто еще в болоте? Кому надо вылезти из болота? Ох, тяжелая эта работа. Тянуть бегемота из болота. Потянули. И теперь взяли и прям вот хорошо. Вот так вот поработали скальпом. Вот так, да. О, да, прям вот так вот пошевелили. О, хорошо, да, лучший день, да. Ушки. На ушках находятся все точечки. Сейчас мы запускаем бодрость в наш организм, энергию. Поэтому хорошо прощипываем наши ушки, проминаем. Чтобы они были красные, как на день рождения, да. Как нас тянут на день рождения. Ух! И по всем вот этим вот извилинам, так пальчиками все прошли, хорошо размяли, да. Поиграли на гармошке. А я играю на гармошке у прохожих на виду. Посмешили. И мочки хорошо размяли, да. А, чтоб наши ушки прям горели, алыми были.
И вот так хорошо их вот по кругу в одну сторону и в другую сторону. Ох! Вдох. И ручки упали. Еще раз вдох. Взяли вилочку и хорошо-хорошо разгоняем лимфу. Когда мы здесь разгоняем лимфу, да, вот ушко посередине, то, оказывается, это помогает убирать второй подбородок, да. И, конечно, смеемся. И двигаемся, пусть все наше тело двигается, да. О, хорошо, хорошо, да. Лучший день, лучший день, да. Растерли ладошки, хорошо. И сзади нашу спинку. Начиная со шеи, проминаем шею, потом переходим ниже на холку. Вот некоторые люди даже не знают, что у них есть холка. Я когда одной своей знакомой сказала, говорю, знаешь, у тебя есть холка появилась. Она говорит, нет, у меня ее нету, никогда не было. Но потом я сфотографировала как-то незаметно сзади, показала. Знаете, когда холка появляется? Ну, когда мы себя обременяем, да, какими-то там тяжбами, обидами, заботами, ну, чем-то ненужным, да. Но еще, когда мы часто сидим перед компьютером вот так вот. То есть, смотрите, друзья, вот я, например, поставила сейчас коробку, и на коробку уже ставлю компьютер. И когда я сижу, вот компьютер, он напротив моих глаз. Ну, сейчас я стоя показываю. То есть, ставьте компьютер в ноутбук свой, телефон, на какое-то возвышение, чтобы и детям то же самое говорить, и внукам своим, чтобы у вас телефон, ваш любой гаджет был напротив ваших глазок. Хорошо? То есть мы вчера с вами очень хорошо прорабатывали королевскую осанку, да? Все хорошо проработали, все следят за осанкой. Классно вчера позанимались, правда? И спинка становится более гибкой, да? Вот. И старайтесь эту осанку держать. Если вы потом вот так будете сидеть перед компьютером, то, конечно, вы будете все это на нет сводить, все наши общие усилия, да. Хорошо, сейчас мы прорабатываем хорошо-хорошо вот верхнюю часть спины, чтобы у нас не было никаких холок. Для этого мы должны хорошо-хорошо размять, запустить сюда тоже кровь, энергию, кислород. Хорошо-хорошо прощипываем, не жалеем. И если у вас где-то в каком-то месте во время массажа вы чувствуете болезненную точку, значит, вы ее тем более хорошо-хорошо массируете, да. Может быть, какой-то там у вас, ну, зажим, узелок, что-то образовалось, а это может давать боль потом в суставы, в руки. И мы часто думаем, вот эта рука болит, а на самом деле что-то в спине. Ну, в этом случае, когда что-то серьезное, лучше, конечно, обратиться к врачу и к массажисту потом походить на сеансы. Так. Двумя ручками с одной стороны прощипываем, двумя ручками с другой стороны и похлопываем. И добавляем смех обязательно. И помним, улыбка и смех – это что? Это успех. Вот так, хорошо, хорошо, молодцы, молодцы, да. И теперь грудная клеточка. Да, здесь у нас и лидерские точки, да, поэтому кто молодец? Я! Хорошо, хорошо, простукиваем. Если у кого-то будет во время массажа желание откашливаться, помним, мы это делаем, да, обязательно. Хорошо, хорошо, да. Лучший день, да. Еще раз размяли, потянули. И давайте наши пальчики хорошо, хорошо разогреем. О, наши ручки, они должны работать отлично. Как много от них зависит, правда? Очень много. Пальчики, каждый пальчик хорошо разогреваем. Как много наши пальчики делают полезного, да, по хозяйству. И носят порой какие-то сумки тяжелые, да,
и пишем нашими пальчиками. И кто-то играет на инструментах, кто-то рисует, да, пишет картины, кто-то пирожки лепит своим внучатам. Наши пальчики, они должны быть гибкими, разработанными. Не так, что бывает закорузлые, они уже не разгибаются. Нет, обязательно с пальчиками нужно работать, прям вот хорошо-хорошо работать. Так, давайте вот так вот немножечко. Да, теперь вилочка, второй, третий, третий, четвертый. И мизинчик, и безымянный пальчик. И назад. Да. Хорошо. И теперь шпагатик тянем на пальчиках, шпагатик. И меняем. Вот так все пальчики поразминаем. Не только важно, чтобы у нас были гибкие там ноги, например, многие там, да, мечтают, там кто-то делает шпагаты. Ну и, в принципе, все наши части тела. Очень важно, чтобы они были гибкими. Поэтому все мы так вот разминаем хорошо. Да. Итак, разминаем. Пальчик себе потянули. И от себя. Всю ладошку и на другой руке к себе пальчик тянем, тянем. Вот, все пальчики и от себя, да. Вот, локоточек потянули, другой локоточек. Ой, немножечко хочется, да, слышать свое тело, и ты понимаешь, что хочется еще какие-то, да, движения делать. Хорошо. И начинаем разгонять нашу лимфу, да. Вот так, от кончиков пальчиков наверх. И постукиваем, постукиваем. Растираем хорошо другую ручку. Но я объясняю, говорю, а вы этот смех обязательно добавляете, не забывайте, хорошо? Потому что когда мы объединяем вместе несколько таких полезных действий, то это получается еще мега полезнее. Оно, конечно, в любом случае массаж и любые упражнения полезны без смеха. Но когда мы это все объединяем, да, в комплексе, мы убиваем сразу, в хорошем смысле, убиваем нескольких зайцев, да, то есть решаем сразу несколько задач. Вот так пальчик сделали, и вот эту вот часть хорошо-хорошо проминаем, проминаем, да, и прохлопываем. Локоточек это немножечко назад, вот так, и второй локоточек. И другую ручку также хорошо проминаем, прохлопываем, да, вот так, хорошо. И чтобы у нас вот лимфа, да, работала хорошо, ничего не задерживалось. И, ух! И ручки покачались, да. И еще, еще, еще. И ух! И когда мы просыпаемся, помните, как мы делаем? Сейчас напомню. Если кто забыл или не знает, мы когда просыпаемся, мы потянулись, да, мы улыбнулись, мы поблагодарили Вселенную за это утро, да? И обязательно делаем вот такого вот жучка, да? Расслабили ножки, ручки. И вот так, вот так, вот так, чтобы у нас вот лимфа прям хорошо проработала. И знаете, прям вот с утра помогайте. Помогайте вот так тоже от кончиков пальцев. Вот так. Наверх, вот чтобы у вас лимфа вот, да, хорошо, хорошо вот так вот шла. Вот тут разными движениями можно делать, да. Можно и вот так еще подпрыгивать, покататься тоже хорошо, такого ежика сделать. Знаете, мы во время ретрита, ну, кто знает, мои партнеры, да, у нас на море вот такая галька мелкая, прям перед морем. И вот когда ложишься, делаешь ежика, вот такого круглая спинка, и катаешься прям по гальке, знаете, так хорошо проминается, все точечки, спинка так хорошо прорабатывается. Так что полезно, конечно, и ходить
по камушкам. Это тоже естественный такой вот массаж, природный массаж. И вот так спинку прорабатывать. Хорошо, молодцы. То, что поехали, животик. Ну и включим сразу нейрогимнастику. Да, здесь у нас будет вот так рука. Утрамбовывает все наши гормоны радости, да, все, что мы туда заложили. Да, а здесь у нас идет по кругу. И добавляем смех. Вот что мы сейчас делаем. У нас и смехозарядка, и массаж, и нейрогимнастика одновременно. Хорошо, поменяли ручки. И в другую сторону. Хорошо, молодцы. И давайте попростукиваем, начинаем. Вот с верхней части, то есть верхняя наша часть живота. Так. И ребрышками. И щипковыми. Лена, перезвоню. Вот так, щипковыми движениями. Да. Хорошо, хорошо. Растираем, растираем. Вот так. Да. И немножко сейчас помогаем и включаем физическое упражнение, да? И здесь вы можете изгибать ножки, да? Вот как твист танцуем, да? И ручками помогаем. То есть мы одновременно помогаем. Паню, сейчас некогда. Выключите, пожалуйста, микрофон. Да, спасибо, что вы не отвлекаетесь и говорите, что вам перезвонили. Вот, и смотрите, мы тоже вот несколько зайцев одновременно, да, решаем. И вот талию нашу разрабатываем. И одновременно, да, нашими руками тоже помогаем. То есть и делаем массаж, и прорабатываем наши мышцы. И можно поприседать, и повыше, на одну ножку больше наклон, на другую ножку больше. Хорошо, молодцы. Так, и поехали низ живота. Когда вы в бассейне плаваете, в озере, на море, да, в водичке очень хорошо делать это упражнение. То есть мы делаем снизу наверх. Подтягиваем все фартуки. Далой все жировые отложения, да, они нам не нужны. Кулачками тоже помогаем, да. Вот. Погладили животик, да. Бедрышки наши, да. Вот тут тоже отложения и на талии, и ниже бедрышки, да. О, ручки устают, да. Немножечко их расслабили. Расслабили. Но еще, когда у вас есть какие-то дома колючие предметы, это вот шарик, допустим, для стирки, да. Вот белье, когда запускаем, да. Но мы также можем его прокатывать, да, мы также можем использовать его, массируя все точки на наших ладонях, и также можем ставить стопу, да, и прокачивать наши стопы, тоже на которых, да, есть все точки, связанные с нашими органами. Поэтому вот используйте все подручные средства, жесткие мочалочки, когда вы особенно после купания, да, или там натираетесь, хорошо растираем вот эти вот места обязательно, потому что при обычной повседневной жизни, но мы как-то их не сильно задействуем, мало разминаем. Мы в ближайшее время сделаем еще какую-нибудь силовую такую, сделаем зарядку, да, чтобы у нас хорошо работали эти мышцы, чтобы у нас подтягивалась грудная клетка, да. Вот, ну вот эти мышцы, их важно тоже не забывать. Хорошо? И давайте теперь вы можете или лежа на диванчике, или поставить ножку на стул. Так, и давайте начнем с наших пальчиков. Будем разминать наши пальчики. Хорошо, хорошо, да. И вот так вот прям сильно-сильно-сильно мы их так вот тоже, вот как пальчики на руках, и их тоже наверх, вниз, стопы. И что мы включаем? Включаем смех. Пощекотили себя. Пяточки хорошо попроминали, да. И вот здесь можете включать такие вот разные, да. Вот.
Так, хорошо. Теперь вот здесь, вот это вот место тоже надо хорошо-хорошо проминать, да. И вот такими движениями, помните крапива в детстве, кто в пионерлагерях особенно был, помню, друг другу делали такую крапиву на руках особенно, да. И снизу вверх, вот так. Можете ножку повыше поставить, можете лежа это делать, да. Вот, и переходим наверх. Наши коленки здоровые. Наши суставы хорошо работают. Наши ножки сильные, да? Вот это все мы проговариваем. И идем выше теперь. Вот. У меня вот эти места очень гитарные. Поэтому я люблю их проминать. Ну и, конечно, вот серединка, да? Внутренняя стопа ноги, она у нас часто тоже мало задействована, поэтому тоже хорошо-хорошо проминаем. Да, и добавляем смех, да. А знаете, нагрузочка очень хорошая идет физическая. Вроде бы мы не упражнение делаем, массаж, но я уже вся мокрая. Вот не менее, чем когда мы вчера делали осанку королевы, да. Да, потому что мы тоже сейчас двигаемся с вами, мы включаем смех, и мы разгоняем кровь, насыщая организм кислородом. Перешли к другой ножке, пальчики хорошо-хорошо. Вот, стопу прям хорошо разминаете. Включаем смех, пощекотали себя. Да, пяточку хорошо-хорошо разминаем. Пошли на ножку. Вот так, да. Крапива. Вот. Сейчас сами себе делаем бесплатный массаж, да? Но это большая польза. И все делаем снизу наверх. Вот так. Хорошо. Коленки. Да, наши коленки здоровые. Наши суставчики подвижные. Да, все у нас здоровое, хорошо работает. Это провозглашаем, когда делаем. И пошли. Верхняя часть тоже. Ножки от колена выше. Прорабатываем внешнюю сторону. Похлопали. И внутреннюю тоже. Так, хорошо прорабатываем. Мне жарко, как вам? Если кому-то не жарко, значит филоните. О, хорошо, дождик сделали. А, представили, что мы стали с вами под водопад изобилия, да? И смываем из себя все заботы, все тяжбы. Вот такой водопад изобилия. Ох, желаем всем людям здоровья и счастья, да? Берем расчески и вот так себя хорошо тоже прорабатываем, вот, щеточками. Вот, наши волосы красивые, густые, блестящие. Можно спинку тоже. Вот все, что такое колюченькое, жесткое, этим тоже можно прорабатывать наше тело. Поэтому вот взяли вот так себя хорошо, прочухали. Вот, еще у меня есть вот такая штучка, вот, массажерчик, это для рук, то есть тут, когда сжимаю, вот, тоже разные такие точечки. Папа мой прожил 96 лет, и вот я ему часто, знаете, уже, когда человек дома больше, реже выходит, реже что-то сам делает, но вот все, что у нас не работает, оно потом, ну, все, что не задействовано, то как бы он перестает вообще работать. Поэтому нам очень важно включать вот все ресурсы своего организма. Друзья, почему я делаю не в чистом, вот стала делать раньше, в чистом виде йога-смеха, да, и мне хотелось туда и нейрогимнастику, и смехотанцы, и массаж, и то, и то.
И в результате как бы по чуть-чуть, но мало. И поэтому я сейчас стала, видите, больше на тех или иных тренировках больше уделять внимание тому, тому, тому. А вы сами, конечно, можете дома уже сами продолжать включить музыку, закончить, допустим, смехотанцами. Здорово же, классно. Давайте с вами попьем водичку. Как вы себя чувствуете? Включите микрофон и скажите, потому что у нас сейчас уже отключится в любое время. Я благодарю всех, кто был сегодня с нами. Да, кто молодцы? Скажите, мы молодцы, да? Благодарю, благодарю, благодарю. И я вас благодарю, мои хорошие, за те, кто утром не ленится, кто приходит, кто занимается, да, кто молодцы, скажем, мы молодцы, давайте посмеемся. Хорошо, хорошо, да. Лучший день, да. Огромное спасибо, Ларисочка. Прям зарядка на целый день. Люблю, обожаю, обнимаю. Отлично, мои хорошие. Пишите отзывы. Друзья, у нас в чате есть сейчас возможность писать отзывы. Да, пишите свои пожелания. Может быть, вопросы у кого-то есть. Почему бы вы хотели, чтобы мы больше уделяли внимание? Завтра у нас суббота. Да, сегодня пятница. Да? А завтра у нас будет нейрогимнастика. Вообще вот, крутая вещь, поэтому берите своих домочадцев, детей, внуков, бабушек, дедушек, всех, кто рядом, потому что это очень такая будет нагрузка на мозги. Очень классная, серьезная, да. Ваше здоровье, ребята. Всем счастья, радости, миру мир, да. Да. Счастья всем. Ой, как хорошо. Пейте всегда водичку, чтобы немножко была горячая. Можно лимончик выдавить.